У Могилеві презентували новий інтернет-проект «Зелена карта». Екологічний інформаційний ресурс практичними методами демонструє громадськості, як перейти до зеленої економіки. Проект «Содійнішення такому переходу у Республіці Білорусь» фінансується Європейським Союзом і реалізується програмою розвиття ААН. На ім можна довідатися про пункти прийому другосної сировини, про організації, які оказують екологічні послуги, про відновлюємо криниці енергії, так само про пам'ятки природи і парки відпочинку. Ресурс сделан таким образом, что, увидев какую-то информацию, люди могут оставить свой отзыв о том, как этот работает пункт или как, насколько это место удобно для там, пользователей. Они могут комментировать фотографии, они могут добавлять новые пункты. То есть этот ресурс максимально сделан удобно для обычных пользователей. Мы должны экономно расходовать ресурсы, внедрять более передовые технологии, которые позволят нам более экономно использовать эти ресурсы. Мы должны внедрять технологии, которые смогут перерабатывать эти отходы и пускать их в хозяйственный оборот снова. Зеленая карта – это как инструмент, который позволит нам внедрять вот эти вот принципы.